Привет всем, с вами FXDay, и это Hall of Knight, пятая часть. Продолжаем проходить, да, погнали. Написали мне, значит, в комментариях, что я что-то пропустил. Не знаю что, но посмотрим. Я без понятия, вроде ничего не пропустил. По крайней мере, я ничего не нашел. Ладно, вернусь сюда потом. Во. Наверное, пока что так оставлю управление. Если что, потом поменяю. Я же теперь научился пробивать пол. Давайте сходим в шахты. К этому... К Милой, или как ее зовут? Как-то тихо. Меня это пугает. Она обычно тут работает. Что с ней случилось? Похороните панцирь мой и спрячьте под землей. Для чего нам тьма? Вот я. Но смысла в этом нет. Останусь здесь и ждать, пока к нам не вернется свет. Только не говорите то, что она заразилась. Блин. Окей. Погнали вниз. В принципе, ничего не остается, кроме как спуститься вниз. Так, там у нас что-то было. Надо туда вернуться будет потом. Кристальный пик. Окей. Тут эти жуки чертовы. А! Черт. Какого хрена? Тут у нас целый конвейер. Ни хрена себе. Прям не шахта, а завод какой-то. Ладно. Паркур. Вроде средний такой. Блин. Чуть не упал. Ладно. Вроде просто сейчас бы не заступить где-нибудь. Все отлично. Тут у нас еще шахтеры есть. Ничего себе. I'm friendly. Черт. Ни хрена себе. В принципе, ожидаемо. Блин, что за нахрен? Почему они кидают кирки? Ладно, это было странно. Тут у нас платформы. Какие-то новые. Ничего себе. Переворачиваются стороной с иглами. Но в них вроде как толку нету. Я же могу от них, скорее всего, отпрыгнуть, как от шипов. Надо проверить. Анукин? Да, почему бы нет? Блин, только я, как всегда, затупил. И они вроде со временем еще обратно возвращаются, да? Тут у нас очередной летающий враг, черт. Меня они уже пугают. Нихрена себе. Стреляет. Блин. Он меня уже бесит. Блин, гад. Ага. Жуки, которые стреляют лазером. И они неубиваемые. Блин. Тут пройти надо поаккуратнее. Черт. Как-то слишком. Тут у нас карты разбросаны, точнее записки. Корнифер где-то близко. Все, блин, хотел сказать, все так же просто. Но на самом деле просто, черт. Да нет, серьезно. Просто одна ошибка и все. Ладно, все еще легко, если бы нет. Корнифер, привет. Жесть. Наверх, скорее всего, только через даблджамп. И все, ну да. Пошел ты вон. Говнюк. Что? Я отбил сосульку. ВТФ. Как же я обожаю такие места. Мне надо паркурить. Я же не умею паркурить. Черт. У меня лапки. Мне простительно. Наверное. Пожалуйста. Без затупов. Да ну! Да. Так. Отлично, все. Я все равно добрался до тебя, гусеница. Так, комната. О нет, только не эти поршни, я не знаю, что это. Да, конечно. Пока я сюда не пойду. Скамейка. Ну нахер. Серьезно? Я могу просто пройти дальше? Да-да. Освободите, пожалуйста, скамейку. Я устал. Пожежисто. Ну что ж, погнали. Как на себя наряд. Исторический страж. Ага. Лазермен какой-то. Черт. Я вас понял. Мистер. Черт. Да пошел ты в жопу. Он будет стрелять только вниз, что ли? Я не понимаю, почему он стреляет только вниз. Слышь ты, кусок. Ага. Блин, ладно, тайминг. Пошел ты. Да блин. Ладно.
Я куда-то просто все время тороплюсь. Не понимаю, куда. Надо поаккуратней. Да, только что сказал поаккуратней. Конечно. Так. Да он надоел. Знаешь, что такое магия? Кусок льда. Все, ладно, победа. Он еще и жив остался. Может, еще увидимся. Ладно, пошел нахрен. Скамейка теперь моя. Чувствую, это будет сложно. Да нет. Блин, что за нахрен? АТФ. Повезло, повезло. Да черт, я не понимаю, почему, как? Что за путь скольжения? Я сейчас сдохну просто здесь, лучше я пойду назад. Бедный жук, мне уже становится жалко. Он тут сколько раз уже помер. Ну... Наконец-то, боже. А тут получается просто пробежать. Да, отлично. Да, охрененно, я просто заспавнился здесь. Конечно. А с первого раза так нельзя было. Беги, гусеничка. Тут у нас какой-то механизм, который, скорее всего, не просто сделан, чтобы открывать эти чертовы двери. Мое уважение. Чтоб я тут полчаса еще бегал бы. Это я, получается, еще сократил себе путь, потому что я тут ходил уже. Да боже, как так-то? Как он вообще получил урон? Ну, пожалуйста. Да! Боже. Как же я только что обосрался в АТФ. Просто. Да ну нахрен, я пойду вниз. Так. У нас тут рычаг, который открывает проход. И гусеничка. Ключ лавочника. А, этого. Как его? Мелкого. Тебя, полагаю, если бы не твой крохотный рост, зрелище было бы устрашающее. Конечно, я сама опасность. Что это такое? Почему он выглядит как тухлое яйцо? Куча тухлых яиц. Потому что оно и есть тухлое яйцо. Боже. Ага. Тут у нас пластина и какой-то каменный жук. Воу, ни хрена себе. Тут у нас прям... Велась работа жесткая какая-то. Тут у нас паркур. Такой средненький. Да ну нет. Да нет. Нет. Секретка. А, ну ладно, в принципе. Лазерные испытания. Окей. И это лишь один из опаснейших лазерных лабиринтов, которые мы создали для этого видео. И снова паркур. Такой же с лазерами, черт. Да ну... Боже, как тут прыгать-то? Непонятно. Черт. Да нет, споткнул. Да ну нет. Блин. Так. Пожалуйста, без отопов. Все, отлично. Не так уж и сложно. И все это ради чего? Ради колосса, у которого бьется сердце, как будто бы. Воу. Кристальное сердце. Когда находитесь на земле или висите на стене, чтобы сконсервировать энергию. Это получается вот эта вот кнопка, что ли? Ну да. Нихера себе. И как долго я так могу лететь? Ну-ка. Мне, наверное, именно так и нужно лететь. Бесконечно, что ли? Пока не упрусь стенку. Так это имба. Можно даже спасти этим образом гусеницу. А ну-ка, я просто пролечу. Ага. Я уперся ему в жопу или об стену. Не понял. Ну ладно, скорее всего нельзя проходить через врагов. Таким образом. Ну, в принципе, логично. Оу, это мне как раз таки нужно. У меня мало хп. Как заботливо, слушайте, спасибо. Так, стоп, почему не работает? Блин, это же нужно... Эта штука специально здесь стояла для меня. Боже, я все сожрал. Нихера непонятно. Куда-то падаем. Прямиком на кладбище. Конечно, у меня здесь карты. Да будут прокляты идущие против короля. Устройство с прорезью для чего-то вроде пропуска. Окей, у меня его нету. Получается, что да. Арена? Нет. Ага. Грязище спят, дабы сберечь сосуд. Мононома
наставница в своем архиве, окружена мглой и туманом. Лурьен, хранитель в своем шпиле, наблюдает за городом. Хера-звери в своем темном логове сохраняется глубоко под королевством. Благодаря их преданности Халуна стоит вечно. Блин, на карту. Что? Ни шагу больше, маленькая тень. Что заставляет вылезти из тьмы? Что заставляет вернуться в это священное королевство? Зов из-за печатей? И кто позвал? Сосуд или плененный свет? Разобьются ли печати? Их нельзя разбить. Но сосуд слабеет. Чума разгорается вновь. Их нужно разбить. Но наши печати еще целы, и наш долг — беречь их. Избавимся. Наш долг — беречь их. Так надо. А может, все-таки не надо? Меня прокачают? Или... Исчезни, маленькая тень. Исчезни и оставь нас в мире и покое. Да, меня прокачали прямиком в рай. Ну да, кто бы сомневался. Божественная моль? Паркур в раю. Паркуристы, вы не зря паркурите. Вам это пригодится наверху. Окей. Так бы везде паркур был такой легкий. Добрый день, моль. Что за ужасную судьбу тебе предрекли? Решили обречь тебя на блуждание в этом пространстве между душой и телом? Что же ты примешь? Их приговор и неспешно исчезнешь? Или возьмешь оружие перед тобой и прорубишь дорогу прочь из этого печального всеми забытого сна? Новое оружие? Оружие против... духов? Что? Гвоздь грез. Чтобы зарядить гвоздь для удара. Тут у нас отдельная кнопка, видимо, вот эта вот, которая справа, да. Провидица, ах, ты вернулся с возвращением в мир Яви. Те существа, грезящие, они воспользовались той силой, что у них еще осталось, и перенесли тебя в это скрытое место. Допустим. Но гвоздь грез, талисман, что ты сейчас держишь, он способен прорезать покров, что разделяет мир Яви. Собери 100 сущностей и возвращайся, я продолжу учить тебя. Ладно, звучит как что-то обманчивое. Ладно. Что за гвоздь? Допустим. Где я вообще нахожусь? Землю покоения. Окей, тут у нас закрыто. Гвоздь грез. А, эти деревья. Эти кусты, я не знаю, что это. Так, ну, давайте пойдем вниз. Что за нахрен? ВТФ. Оставим это на потом. На следующую серию. Вперед. В Грязьмут. Может, он хотя бы сделал скидку за то, что я вернул ему ключ. Что это у тебя там? Это же мой ключ от склада. Ящичный ключ. Какой-то искатель приключений нашел этот вычурный ключ. В стоках города, глубоко под нами. Я его не мыл. Полезная информация. У нас же есть тоже кладбище в Грязьмуте. Да. Смотрите. Ну-ка. Блин. А что? С ним можно было поговорить. Черт. Я не хотел. Блин, неловко вышло. Зеленая тропа. Погнали. Озеро Ун. Я снова здесь. И, наконец-таки, мы узнаем, что находится за той... За этим озером, точнее. Так. Блин, черт. Тут нихера нету. Там что-то снизу, но, блин, не знаю. Она снова копает. Что? Да ну не. Сестричек закопать, еврей, дочек положив. Да блин. Это грустно. Похороните маменьку, бледната и худа. Черт, я даже не знаю, что делать. Надеюсь, я сделал правильно, что оставил ее живых. Может, ее как-то можно еще спасти? Не знаю. Или все-таки добить ее, чтобы не мучилась. Я не знаю. Так. Великий воин. Лордам это по нраву. Да, я такой. Я великий воин. Ну что ж, глубинное гнездо. Наконец-то я здесь пройдусь. Голод. Голод. Это существо вечно голодное. Тут у нас гео. Чёртовы лабиринты. Блин. Окей. Допустим. Он заскриптован, кажись. Значит, я правильно иду. Что?
Это я? И кто это? Мне кажется, наш рыцарь сходит с ума потихоньку. Окей, здесь ничего нету. Нихера себе, тут высоко. Как удобно. Прям джакузи. Ладно. Так, что здесь у нас? Видимо, ничего. Что? Секретка? Это же эта херня, которая сверху. Труп Гарпиды. Кто? Кто ее расхерачил? Какое существо? Жесть. Да ну нет, опять эта черная херня. Как через нее проходить? Как? Все больше и больше паутины появляется. Что за нахрен? Че это за паразит? ТФ. Ты откуда? А, ну да, конечно. Как всегда. Могучий зод. Великий зод. Застрял в паутине. Какой ужас. Опять спасать. Это гнездо торгает нас. Но здесь что-то явно не так. Они, видимо, пытались что-то построить здесь, проложить, я не знаю. Теории можно строить до хера. Это что за херня? Ну нахер. Что ты такое? Какого хрена оно рожает этих говнюков? А чё так опасно-то? Да иди ты нахер, просто завалить. А, все отлично. Жесть. Это сложная херня. Оу, чел умер под грибами. Ладно. Хо-хо, собрат воин. В таком месте... Принять вызов воина из грез. Конечно, погнали. Надеюсь, он не шибко сильный. Так, его коса. Ага. Блин, я только сейчас заметил, сколько у меня хп. Да пошел ты. Нахер. Ладно, окей, не судьба. В следующий раз повезет. Что за нахрен? ВТФ. Чё ты такое? Оно не дамажится. Как тебя пробить? У нее маска, это ее лезвие. Нихера себе. Прикольно. Прикольная идея. Ну, как тебя... Что ты такое? Зод, великий славый рыцарь. Обсирай меня. Я слушаю. Я готов услышать тебя. Эй, что ты творишь, мелкая неуклюжая букашка? Размахиваешь своим ржавым гвоздем в темноте. Вообще-то он у меня отполированный. Ты почти попал по мне. А если бы попал... Я нихера не понимаю, как с ним сражаться. Магия в бой. Да, короче, пошел ты нахер. Пушинг, пушинг. Не знаю, пока без понятия, как с ними бороться. Ага, секретка. Есть пауки вонючие. Это обходной путь. Я мог с ней не драться. Ага. Еще один паук новый. Надеюсь, полегче. 4 удара, жесть. Из чего они сделаны? Стали, что ли? Тут еще эти мелкие. 5 новые. Жесть. Что за нахрен? Вонючая засада опять. Они, конечно, появляются эффектно. Но все равно. Воу. А он что, меня не видит? А если его ударить гвоздем грез? Наше владение. Так они мне дают свою душу? Жесть, я могу тут отхиляться? Реально? Да боже, вьетнамские вонючие ловушки. Ну и где я? Далекая деревня. Мы сюда наконец-таки добрались. Аллилуйя. Тут у нас ничего нету? Нет. Главное не зафейлить. Да боже, нет! Ладно. Так только я мог. Черт. Так, тут у нас, видимо, новый персонаж будет. Обычно в таких домиках сидят NPC.
А тут у нас чей-то ужин будет. Так, ну, видимо, сюда мне не надо. Воу. Какая странная и в то же время веселая музыка. Привет тебе, ты очень устал. Присядь и отдохни. Как-то подозрительно все здесь. Мы друзья, добро пожаловать. Присядь и отдохни. Слушайте, я сейчас ваши мысли прочитаю. Нет? А почему не читается? Ладно. Ну, допустим, я вам поверил. Что? Ребята, у вас скамейка в чем-то белом и липком. Ребята? Дед! Что за нахрен? Что произошло в ЭТФ? Это я что-то сделал? Ладно, меня схватили. Но что был за крик? Я в самом гнезде... Боже, нет, ну нет. Я с ними даже драться не умею. Я не понимаю. Где я заспавнюсь? Продумали, ладно. Окей, вопросов нет. Боже, я так умру. Скоро. Жесть. Вот и маска, которая мне нужна. Существо, спящее на каменном возвышении. Окей. Опять мы переместились в этот мир снов. Привет. Ага. Узы крови ради моего дитя. Мне просто выбить из нее душу. Ладно. Какой фокус? Я не понимаю, о чем. А, боже. Всосал в себя это существо. Как бы странно ни звучало. Окей. Оно исчезло. И что теперь? Куда мне идти? Эй! Надо все-таки научиться как-то с ними бороться. Ага. Кажется, я понял. До меня доперло. Наконец-то. Выход? Наконец-то. Боже. Аллилуйя. Оу. Кто они были вообще? Что с ними стало? Их как будто высосали, я не понимаю. Или это маски и плащи? Что? Я не понимаю. А, может быть, так оно и есть. Поэтому я не мог прочитать их души. Тогда кто ими управлял? Что? Я не понимаю. Жесть, что за нахер? С ним вроде можно было поговорить. Оно вроде было мирное. Какого хрена? Что ты такое? Повитуха. О, прошу, прошу, не тушуйся, тут вокруг полно гадких тварей. И я так голодна. Что за нахер? Я не понимаю, что с ним не так. Я, кстати, тоже давно не ел. Вот это поворот! Ну-ка. Ах, прочь, прочь, прочь. Она в душе не хочет никого сожрать. Но, видимо, голод берет над ней верх. Не зря же здесь платформа. Этот выступ... Так, короче, там секретка, все понятно. Ну, отлично, все. И что у нас здесь? Скучал по тебе. Я тоже. Что с ним стало? У меня появляется предположение, что здесь замешан какой-то газ. Ага. Нас реально кто-то накурил просто. Ты же мертва. Или я не понимаю... Я что здесь происходит? Они видели тех, кого хотели видеть. Типа своих родных, близких, любимых. Не понимаю. Ну-ка. Не убегай. А реально. Не убегай.
Эй, слышь, не убегай. Я номер два. Так. Понятно. Ловушка. Оу, нихера себе. Вот это обстановка. Выглядит все круто, конечно, у тебя, чел. Привет. Он даже этого завалил. Твою ж мать. Воу. Нихера себе. Носк. Эффектно появился, слушай. Тут прям ничего не скажешь. Жесть. Обливал все. Нихера. То он прыгает, он бегает, он плюет. Что ты еще умеешь? Иди нахер. Как с тобой сражаться? Да боже, что? Я не понимаю. Но чертило эффектный. Иди нахер. Так, ну в принципе очевидно. Слишком долго бы появлялся просто. Поэтому он сразу нападает. Этот угол как будто бы какой-то подозрительный. Пока непонятно, просто жесть. Да боже, надристал, просто обосрал меня. Отлично. Я уже немного устал с ним драться. Да если нахер. Непонятное существо. Боже, какой же мерзкий чел. Какой же живучий кусок говна. Наконец-то. Аллилуйя. Ну, эффектный чертила. Просто жесть. Еще и маска, как у меня. Только с трещиной. Прикольный босс, мне понравился. И что же ты охранял, Носк? Бледная руда. Это же кузнецу надо отнести. Плюс прокачка оружия. Отлично. Иди нахер. Черт, ползут гады. Говнюки. Что? А, видимо, он после того, как нарожает, идет таранить. Они ползут за мной. Проездной. Это чисто как эти кондукторы. У меня есть проездной. Не трогайте меня. Эй. Говнюки. Ладно. Все, отлично. Аллилуйя. Грустная тряпочка. Окей. Спасибо всем за просмотр. С вами был FXDay. Это был Half-Knight. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.